подписчикам канала Уральская усадьба привет. Сегодня будем мы монтировать теплицу под названием Митлайдер. Митлайдер не полукруглый, а домиком. Пока разложились, такой брус красивый, коричневый, пропитан. Коричневого цвета будет одна дверь и много порточек верхних и нижних. Обо всем по порядку. Сейчас теплицу мы построили, даже нанизали одну стену. Сейчас будем готовить вторую стену, устанавливаем порточки стеновые, покроем ее и перейдем к крыше. Теплица у нас почти готова, осталось прокрутить поликарбонат окончательно, установить стену подвески и управление форточками верхними. Закончили мы монтаж теплицы. Напоминаю, строили сегодня теплицу Митлайдер 4х8 на брусе 100х150. С одного торца у нас распашные двери. Второй торец глухой. Есть у нас стеновые форточки 6 штук. Сверху форточки, само собой, потому что это Митлайдер. Каркас теплицы из трубы 40х40 сделан. Заполнение из трубы 20х40. Покрашено все полимерно порошковым способом. Цвет шоколад. Стоит на брусе 100х150. Пропитан антисептиком с тонирующим эффектом. И закреплен с помощью якорей к земле. Также есть диагональные усилители диагональные. Конструкция была пожестче. Облицовочный блок декоративный. Так это все выглядит снаружи. Все, ставьте палец вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!